Чихуахуа – это верное, дружелюбное и доброе домашнее животное при уважительном к нему отношении. Они могут обучаться всем необходимым привычкам для проживания в доме или в квартире. Чихуахуа относится к декоративным породам и считается одной из самых маленьких собак в мире. Рост в холке 18-23 см, вес 1-3 кг, продолжительность жизни 14-18 лет. Склонность к слюнотечению низкая, также эти собаки не склонны к рытью. У них большие стоячие уши и короткие заостренные морды. Глаза круглые и большие, собаки в длину больше, чем в высоту, хвост длинный и поднят над спиной. Есть две разновидности шерсти. Одна гладкая и короткая, другая длинная и с мягкой бахромой вокруг ушей и ног. Шерсть чихуахуа может быть практически любого окраса. Чихуахуа считаются долгожителями. Их обычная продолжительность жизни достигает 14 лет. Чихуахуа обычно очень привязывается к одному или двум людям. С ними она будет любопытной, живой, разумной, а также глубоко и постоянно любящей. Однако без надлежащей социализации представители породы не будут добры к незнакомцам и могут показаться нервными, тявкающими и даже агрессивными. Для чихуахуа необходима как можно более ранняя социализация, иначе они будут беспокойными в новом окружении и не смогут адекватно взаимодействовать с незнакомцами, детьми и другими домашними животными. Это клановая порода, и они наслаждаются обществом других чихуахуа. Хотя это самая маленькая из всех пород, эти собачки активны и веселые компаньоны. А также они отлично поддаются дрессировке и при правильном подходе к воспитанию. Уход за чихуахуа довольно прост. За шерстью гладкошерстными разновидностями породы можно ухаживать с помощью резинового гребня или щетки. Чихуахуа линяют, однако это маленькая собака, поэтому выпадает немного волосков. Не помешает чистить зубы чихуахуа каждый день. Также, как и все другие маленькие породы, они склонны к быстрому образованию зубного камня. Они не нуждаются в продолжительной ходьбе, им достаточно полчаса в день. Для чихуахуа рекомендуют сносить шлею, а не ошейник, из-за хрупкости трахеи. Поскольку объем их желудка очень мал, они должны есть небольшими порциями, но часто. Чихуахуа – хорошие семейные домашние животные, когда к ним относятся с уважением. Для семейных пар или одиноких людей собака вполне может стать отличным членом семьи. В большинстве случаев чихуахуа привязывается только к одному человеку. Такого миниатюрного компаньона крайне просто содержать, как в квартире, так и в загородном доме. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой чихуахуа и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.